Да-да-да, я это pleasure. Сделаю. Так подождите, сейчас он скажет, что... Вот, как это. To listen your beautiful singing on my songs. And everybody like it. Your voice, your sound, your guitar. Now I would like to you listen and watch my ensemble. And my daughter here, тут, это Вика, hello, Вика, здравствуй, Викочка. Вот моя дочка, я, правда, не слышу. Так, потому что ты отключил звук. Сейчас будет. Я вас снимаю, снимаю, нормально, все хорошо, я вас всех вижу. Крупным планом снимаю вас. Папа, не отключай звук. Что я могу сделать? Вениамин черный, Вениамин черный весь такой. Сейчас слушаю, Бенджи. Кто хочет свое лицо показать? Бенджамин. My musician. Все пропало. Изображение пропало. Пап, ну что? Изображение пропало. Какое место держать? Спокойно. Все нормально, все хорошо. Подожди, Дим, подожди, сейчас. Мне 91, и наступит старческий сплин. И тогда я буду вести себя лучше. Стукнет мне 92, буду двигаться я едва. И, конечно же, я буду вести себя лучше. Стукнет мне 93. Тут на женщин уже не смотри. Ой, по-любому придется вести себя лучше. Стукнет мне 94. В этом мире, если вдруг я буду вести себя лучше.
Ничего я не буду делать. Больше только подвески. Я буду только вести себя лучше. Вот исполнилось мне 100 лет. You're gonna play with it.